Правительство приняло решение отменить валютный коридор и перейти к свободно плавающему курсу. Сегодня на селекторном совещании в правительстве об этом заявил премьер-министр страны Карим Масимов. Глава Кабмина отметил, что государство будет осуществлять новую денежно-кредитную политику, которая будет способствовать решению стратегических задач экономики. Масимов отметил, что Нацбанк не будет вмешиваться в формирование рыночного уровня обменного курса тенге, но оставляет за собой возможность участия на внутреннем валютном рынке. Совместное заявление правительства и Национального банка об отмене валютного коридора и переходе к свободно плавающему курсу тенге было одобрено в ходе заседания единогласно. Обменный курс тенге будет формироваться на основе рыночного спроса и предложения с учетом фундаментальных внутренних и внешних макроэкономических факторов. Это означает, что изменение обменного курса могут происходить как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления, что будет определяться ситуацией в мировой экономике и на внутреннем валютном рынке. Формирование обменного курса на основе рыночного спроса и предложения без вмешательства со стороны государства создаст необходимые предпосылки для восстановления экономического роста, повышения кредитной и инвестиционной активности, создание новых рабочих мест и снижение инфляции до 3-4% в среднесрочной перспективе.